Везла. Давай, иди сюда. Смотри. Смотри, что мы тебе купили. Да, большие киски. О, ты что, на? Вон. Ну ладно, смотри, какая прелесть. Ландыш, ты чего? Ему сам процесс надувания меча, короче, больше понравился. Ландыш, смотри, какая прелесть. Ну, это тебе, на. Это была распродажа бассейнов и надувных аксессуаров к ним. Давай, зайка, лупи его. Лупи его. Вот так, мой хороший, да. Вонючий мяч, да, на резиновое у нас изделие, вот такая реакция. Лупи его, лупай. Но он был бы в вольере, был бы, конечно, ему интереснее намного. Эй, давай, иди сюда. Капец, ты Лондон. Все? Давай играй, ты сёшь. Все. Недолго музыка играла. Я бы ему без скидки, конечно, никогда такой не купила, потому что все, он порван. Здрасте. Что-то мы поиграли уже. Ящеру больше у нас в этой понравилось, в комнате с аквариумом. Насос пошел искать ему этот средство надувания. Стало интереснее. Пожалуйста, проходите, сэр. Проходите, сэр. Проходите. Пошлите играть. Еще ему покой не дает миска, которую я вот туда поставила. Он ее чует. Причем он ее почуял сразу, как только зашел в дом. Что самое удивительное. Вот так, моя умничка, давай. Ну, давай, давай, иди играй, иди. Вон, ну ты чего? Ну ты чего? Ой. Ну давай. Он дома очень такой сосредоточенный слишком. Не для игр мальчик. Не настроен играть. Потому что дома обычно все запрещают. А здесь запрещают все рвать, драть. Вот. А тут предлагают. Наоборот. Вот он не понимает. Да, кот? Ну, ты его порвал, конечно, уж точно. Тут все сдувается. Не трогай орхидею, только цвести начала. Не трогай фикус. Цветы не надо трогать. У тебя в вольере куча травы. Я тебе всю весну ходила, собирала ее. Выкапывала. Шмотки. Все пахнет вкусно. Что у нас там такое лежит? И это все? Лондон. И это все? Все твои игрища? Ты очень любишь эти штуки, я знаю. Поэтому я тебе купила ее в этот раз. Воняет, потому что резина эта. Жара стоит до сих пор. Животные все очень неактивные, потому что очень и очень жарко. 30 с лишним. Там арбуз и жир с мяса. Жир с мяса жрать не надо. Нет. Вот прямо нет. Фу, дурак. Лондон, ты как помойный кошак вот сейчас себя повел. Как не надо жрать это. Не пугай его, не пугай. Сейчас сам разберется совсем. Подумаешь, жирочку сожрал.
дурак, я ему срезаю. На, вот, ты хочешь вот это, вот это хочешь, вот это хочешь. Да. Еще иди сюда, вот сюда, на. Лондон, вот смотри, я тебе сюда положу. Иди, на скорей, на скорей. Да отстань там арбузные корки, помойный ты. Что ты наделал? На, вот, да, вот. Ну на, смотри. Помнишь, ты раньше на столе ел? Я тебе разрешала. На, смотри. Вот, утёк, да. Только не разбей тарелку. Ты сегодня понаглее себя ведёшь дома. Соскучился, видимо. Давай без тарелочки. Давай вот так, да. Оставим её сервалом. Мы ему раньше, он маленький был, мы ему разрешали раньше на стол запрыгивать. Эх ты. Сейчас все съешь, а я потом тебе что оставлю? Что потом останется у тебя? Как ты домой-то заходить будешь? Домой его приходится заманивать вкуснятинами. Нет, Валер-то он заходит вообще без проблем, идет сразу, ему только говоришь домой, он бежит. А вот потом, чтобы снять поводок, нужно... Как мы смотримся на кухне? Как на кухне? Как обычно кошка на кухне, да? Обычно кошайтесь хозяину, хозяюшка моя сегодняшняя, да? Это очень вкусная говядина, поэтому не могу устоять, скажи, да? Это домашняя, потому что это мы обычно на базах берем, а нынче мы привезли домашняя коровка, молочная, которая откормила. Или кормила ли малыша, или что, короче. Ну, в общем, наша коровка оказалась в итоге. Да. А еще сегодня у них прям теплые перепела. Небольшие, совсем крошечные и в перьях. Мы их привезли, там даже этот стоял, как это называется, не смог, а... Короче, пакет даже запотел, насколько они были теплые. Все, ты съел все, абсолютно все. Все, уходи. Уходи, полы мой. Молодец. Нет, жирок не стал доедать. Я понял, что ты фигню сделал. Ну что, мой довольный кот? Ты уже все перестал быть довольным? Мяч порвал, скажи. Мясо сожрал, хотя и не предлагали даже, да? Чему тут еще быть довольным? Все, пойдешь в вольер? Иди поиграй, зайчик, иди. Смешной малыш. Там сервалы ходят, да? Ах, они какие. Бу-бум. Уже как тряпка больше похожа, да? Домой хочешь? Сейчас пойдем, мой хороший, сейчас. Сейчас я помою там за тобой и пойдем. Вот такие у нас домашние развлекухи в жару, в жаркий день. Дома намного прохладнее, кстати. Да, зайка? Сейчас пойдем.